10-я неделя характеризуется заболеваемостью от 51 до 52 случаев ежедневной регистрации за выходные. В субботу было 49 случаев и в воскресенье 48 случаев регистрации новой коронавирусной инфекции. Прирост составил 0,2% за сутки. Камчатский край занимает 59 место с показателем 16,7 на 100 тысяч населения. Далее, по количеству тестирований у нас 378 случаев, 378 в среднем на 100 тысяч населения за прошедшую 50-ю неделю мы проводим количество тестирований.